Уверенными шагами во взрослую жизнь выпускники школ Новокуйбышевска празднуют окончание учебы. 90 лучших учеников наградили медалями за особые успехи в учении. Многие из них – победители и призеры престижных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. 29 человек входят в губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий. Бал медалистов посетил и наш корреспондент Владимир Маркин. Уже ставшая родной школьная скамья осталась позади. Впереди множество открытых дорог и возможностей. Иван Пугаченко свой путь уже выбрал. Выпускник Новокуйбышевской школы номер 7 решил связать свою жизнь с точными науками. Говорит, о том, куда поступать, думал недолго. Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Единый госэкзамен преодолел без труда. По основным предметам свыше 80 баллов. Осталось дождаться результатов по физике. Поддержка, конечно, родителями, и мама, папа, спасибо им большое. Учителя тоже помогали, особенно в научных работах тоже помогали очень сильно. И в предметах также. Без них бы таких результатов не достиг. 11 лет упорного труда и бессонных ночей ради знаний. 90 лучшим выпускникам новокуйбышевских школ этот день запомнится навсегда. Каждого наградили медалями за особые успехи в учении и памятными часами от главы региона Дмитрия Азарова. Благодарственные письма от губернатора и за большой вклад в воспитание детей. Благодарственные письма вручаются родителям. Медалисты 2018 года подтвердили высочайшее качество этой медали, потому что из 90 медалистов города Новокуйбышевска каждый третий вошел в губернаторский реестр одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий и были премированы. Максимальный балл по ЕГЭ – не предел. Большинство медалистов – победители и призеры олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Валерия Селиванова, выпускница третьей школы, дважды призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию. На ЕГЭ я не волновалась, потому что у меня от результатов ЕГЭ уже ничего не зависит. Потому что я поступаю по олимпиаде, и была уверенность в своих знаниях. Волнение преодолели, знания подтвердили. Теперь дорога в высшие учебные заведения. Большинство талантливых учеников выбирает самарские вузы. Основная задача, чтобы они оставались у нас. У нас большое развитие промышленности, нефтехимии, нефтепереработки в нашем городе, всей Самарской области, аэрокосмическое направление. Поэтому я уверен, что есть где можно приложить свое творчество, свои знания, которые они получили. Площадки для интеллектуального развития, различные олимпиады и конкурсы. Для улучшения способностей учеников в Самарском регионе реализуются десятки проектов. Многопрофильная программа «Взлет», «Инженерная звезда» и многие другие. Они помогают детям повысить уровень знаний и проявить себя в различных сферах науки, а после осознанно выбрать вуз и будущую профессию. Владимир Маркин, Михаил Смирнов, Новости губернии, Новокуйбышевск.